Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, и радость окрыляет нас, зима закончится сейчас. Томлением душа полна, настало время обновления, любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать. Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима. 12 февраля. Васильев день. В этот день состоялся собор трех великих вселенских учителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Причина такова – среди народа возник спор, кто из этих святых лучше. Спустя некоторое время после спора они явились, притом не во сне, а наяву, Иоанну, епископу Евхаитскому, и сказали ему едиными устами: «Мы равны у Бога, как ты видишь, нет у нас ни разделений, ни какого-либо противодействия друг другу». На этом спор закончился. Согласно народному поверью, сегодня нельзя прясть пряжу, это грех. Этот день еще называли днем трех святейших непрядильщиков – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. В лесу с этого дня начинаются волчьи свадьбы. Звери дерутся друг с другом, кто станет женихом. Поэтому люди старались в этот день в лес не ходить, чтобы не попасться на глаза злым животным. Санный путь к этому времени становился трудным, так как появлялись проталины на дорогах. На столе в этот день непременно должны были быть блюда из дичи. При этом дичь готовили с разными начинками и красиво украшали. Однако ходить на охоту в этот день запрещалось. Приметы. Если в этот день ветер, быть сырому гону. Снежные хлопья становятся крупными к оттепели. Если на снег выходят мыши, к скорой оттепели. Деревья покрылись инеем, к теплу. Если подул ветер с севера, а туч нет, к сильным морозам. Если луна красная, к сильному ветру. Можно строить планы на будущее, они будут удачные. Нельзя сегодня ревновать и злиться. Лучшее время помириться – это сегодня, на Васильев день. Если этого сегодня не сделать, будут враждовать весь год. Телеведущая Таня Ларич. Здравствуйте. И я уже в фартуке, потому что у нас большое сегодня дело. Да. Луковый суп. Кто его только не делал. А с другой стороны, с точки зрения целебности, одни вопросы. Они, конечно же, к вам. Болезен, не болезен, кому? И в каком варианте рецептуры? В каком варианте рецептуры? Дело в том, что лук, он обладает огромным количеством целебных свойств. И самое важное из них – это жгучие свойства, которые способны сжигать даже раковую опухоль. И этими свойствами воспользовался австрийский целитель Рудольф Бройс. Он как раз и рекомендовал луковый суп для того, чтобы… Ну, как бы дополнение, здорово, конечно, для того, чтобы излечиваться от онкологии. И, кстати, он с помощью своей методики, в которую входит, конечно, и в том числе луковый суп, излечил, как ты думаешь, сколько больных? 250. 45 тысяч больных. То есть статистика есть статистика, поэтому можно этому доверять. То есть мы делаем по рецептуре вот этого… Рудольфа? Бройса. Делаем по рецептуре Бройса. Может быть, тогда сейчас приготовим бульон, пусть он себе там варится. Нам нужен будет овощной бульон же ведь. Да, нужен будет овощной бульон. Кратенько, как делается луковый суп. Луковый суп делается так. Значит, отрезается вот эта луковица. И причем она должна быть вот даже вот с этой вот шелухой. Ну, просто-напросто чистенькая должна быть. Вот. Мы ее мелко нарезаем, обжариваем до золотистого цвета. И одновременно делаем овощной бульон, чтобы он у нас был, этот овощной бульон.
И после того, как у нас обжарится до золотистого цвета, а этот бульончик уже у нас будет, мы туда выкладываем лук и до готовности варим. Хорошо. И после этого хорошо. Подожди, особенность употребления этого лукового супа. Оказывается, употреблять его надо только юшку. Все процеживаем и пьем только один бульончик. Да. И вот этот бульончик, он обладает целебными свойствами, которые, с одной стороны, усиливают защитные силы организма, а с другой стороны, вот этими жгучими свойствами воздействуют на онкологические клетки. Потому что свойства, будем говорить, лука, они как были, так и есть, несмотря на то, что он подвергся термической обработке. Хотя, когда мы выходят вот эти вот летучие вещества и горечь, он становится довольно-таки сладеньким. Итак, приступаем, режем. Я хочу просто заложить овощи в воду, чтобы делался бульон. А дальше он все будет вариться? Хорошо, давай для этого их порежем. Порежем, пожалуйста. Да. Давайте порежем. Так? Нет. Хорошо. Потом, чтобы Танюша... Вот тебе, ты будешь овощи резать, а я буду резать лук. Так эти овощи мы потом выкинем же. Ну и что выкинем? Так пусть они целиком варятся, нет? Ну я думаю, будем выковыривать. Ну я думаю, что все-таки они лучше разварятся. Ну, вот, поэтому вот так, я хочу. Делаю лук. Хорошо. Он же еще должен закипеть. А, это у нас корень сельдерея. Корень сельдерея. Овощной бульон можно варить. Овощной бульон можно варить на различных овощах. Это и сельдерей, и морковка, и вот у нас кабачок, и петрушка, и укроп. Так, а я пока нарезаю. Подожди, мы еще с тобой не порезали петрушку и укроп. Давай. Туда тоже. Петрушку и укроп, да. А, чтобы у нас был более насыщенный. Угу. Не спешите. Хорошо. Режьте, это не спеша. Кинзочка. Кинзочка также. Нарезать как? Мелко прям? Ну, можно покрупнее. Я думаю, может быть, веточками. Удобнее вытаскивать. Хорошо, хорошо. Мы просто-напросто процедим, да и все. Ага. Ну ладно. Нарезайте. Нарезаем. Такими крупными кусками. А я пока режу лук. Как мы будем процеживать? Вот это я беру на себя. Хорошо. Одним словом, ваша задача просто-напросто все это дело порезать. А процедить мы уже процедим. Вот, нарезаем все это дело. Вот. А мы будем процеживать... После того, как смешаем с луком? Конечно, после того, как все приготовится, мы это будем процеживать. Понятно. Да. Вот. Так, раз, два. А я думала, мы отдельно сварим бульон, с ним до конца все доделаем, а потом соединим с луком. А раз у нас нет, тогда действительно надо помельче было резать. Поменьше надо резать. Ну хорошо, я еще успею. Давай. Так, и еще мы обрезаем. Кстати, Бройс разработал целую методику, которая помогает в лечении не только онкологических заболеваний, но и других таких серьезных заболеваний. Туда входит и настрой, особенно эмоциональный настрой. Это вера в то, что человек обязательно избавится от своего недуга. Потому что воля оказывается решающим компонентом. Многие люди... преждевременно опускают руки и не борются. Более того, они думают, что кто-то за них должен бороться с их заболеванием, которое они сами заработали. Поэтому настраивайтесь на борьбу. Луковый суп, конечно, будет делать свое полезное дело, но ваши волевые усилия при этом никто не отменял.